Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Realme 9 Pro, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить язык клавиатуры. Для начала нужно разблокировать телефон, после чего открыть приложение «Настройки», спуститься вниз, выбрать пункт «Системные настройки», после чего выбираем «Язык» и «Регион». Здесь мы можем просто добавить язык. Но чтобы изменить язык клавиатуры, нажимаем на кнопочку клавиатуры и способ ввода. Здесь у нас есть Gboard, я пользуюсь Gboard, это стандартная клавиатура, нажимаем Gboard, нажимаем языки и добавить клавиатуру, например, абхазскую, давайте добавим, нажимаем готово, и теперь смотрим, когда мы хотим вписать в любом текстовом поле что-либо, у нас есть глобус на клавиатуре, вот, собственно, наша абхазская клавиатура, русская, английская, абхазская. На этом все, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч, до свидания.